Гоша, Гоша, туда нельзя, Зайка, нельзя туда. Нет, давайте что-то другое дам. Вот смотри, у меня эти пластмассовые баночки. Вот, смотри, какая у меня есть. Мам, вот тебе и ложечка. Вот. Мам, я хочу все уметь. Мам, я хочу все уметь. Ух, супер. Сейчас, подождите, секундочку. Подожди, давай я сделаю завтрак, нормальный завтрак. Не хватайте, не хватайте. Кашу или блинчики вам сделать? Блинчики. Давайте сделаем. Круто. Я сейчас минут 20 пыталась снять влог, и только сейчас поняла, что я нифига не снимала. Мне очень нравится, что вам понравились мои влоги. Стараюсь снимать почаще, работаю над своими ошибками, стараюсь говорить погромче и правильно ловить ракурсы интересные. Сегодня с утра просто некогда было ничего снять. Новогодняя суета. Куча важных дел нужно доделать, подмести все хвосты. И у меня, честно говоря, даже еще не доходило дело до подарков. Привезла детей, вот они задрыхли в заднем сиденье. Гименей, медицинский центр, за справка, чтобы их отправить в садик. Начал Саша болеть, потом все как хвостиком подхватили эту эстафету и вот болели. Ехали мы целый час до медицинского центра, на дорогах пробки, каши, вот прям все куда-то торопятся. И, кстати, я всегда стараюсь выехать пораньше. О форс-мажорах с тремя детьми я знаю все, поэтому такие отговорки от людей не принимаются. И я считаю, что очень важно ценить чужое время и по возможности всегда выезжать на 10-15 минут пораньше, на всякий случай, зная, что мы живем в мегаполисе и может произойти все что угодно. Пробка, не знаю, там какие-то форс-мажорные обстоятельства. В любом случае, у меня всегда закачаны книжки в телефоне, и я всегда знаю, как скоротать время, если вдруг я приезжаю пораньше. Вот так мы проводим наш новогодний канун. В ближайшее время собираюсь купить подарки мужу, детям, всем остальным, видимо, попозже, или уже после новогодних праздников, когда вся эта суета спадет, перед тем, как ехать всех поздравлять, поедем за подарками. Отмечать планируем дома, сейчас оставляю список всего самого нужного, важного для того, чтобы отметить. Не хотим никаких обжираловок вообще, это не люблю. Собираться с друзьями, чтобы просто пожрать, это такая скукота. Вот. Ну, так как с нашими детьми особо не разгуляешься и какого-то безудержного веселья вряд ли получится, то вот думаю, чем бы нас развлечь. Чем вы заниматься будете в празднике, пишите в комментариях. Буду очень рада, если вы поделитесь какими-то идеями, интересными советами, как провести интересное время с семьей. Вот мы сидим, а врача нет. Опаздывает на 20 минут. Так, приезжаешь пораньше, бережешь чужое время. Мы задержались сегодня в медицинском центре, опоздали на уроки. Сашка сомневается. Дим, ты пойдешь в школу, хочешь? Все, Дима ничего не хочет, он хочет дома. Все, Саш, ставь ботинки, где ты их поставил-то? Ну не так, ты просто поставь их там рядом и все. Пакет положим. Ты держи папку. Пока, мам. Сейчас вот самое интересное. Парковка отсутствует. Это просто полоса самая крайняя правая.
здесь знак, что парковаться нельзя. И где парковаться и как высаживать детей, я вообще не в курсе. Мы шли, и вот у нас была прям такая лотерея. Найдем мы свою машину на парковке, не эвакуированную или нет. Зацените музыку. Радио Дима. Пока я не упаковала подарок и пока не приехал Саша, хотела поделиться с вами идеей подарка. Может быть, к Новому году уже и не успеете, но как вариант для 6-летнего, 7-летнего ребенка, я слышу этот топот, уже бежит проверка. В общем, вот такие вот часы. Они с функцией GPRS. Мама, что? Дай мне яблочко. Там больше нету, Дим, яблочко. Подожди секундочку. Знаете, я расскажу кое-что. Надержи яблоко. Иди подожди, Дима, сходи, пожалуйста, в ту комнату, проверь там в окно, нет, не приехал ли папа. С другой стороны, там виднее. Пожалуйста. И Гошу с собой возьми. Да, ну нет, кстати, не приехал. Да? Ну сходи в ту комнату, проверь там, ой, надо нажать, он, видишь, там пищит плита. Нажмешь, пожалуйста. Пищит. Ну это плита пищит, надо нажать. Это часы, телефон. У них есть встроенная кнопка позвонить. И можно вбить несколько телефонных номеров. Очень удобно, когда отправляешь, ну, к примеру, на курсы. У нас 6 вечера начинается, 8 заканчивается. Если, не дай бог, где-то у нас получится задержаться или что-то отменили, то он всегда может позвонить. Есть GPRS, то есть можно отслеживать ребенка на всякий случай. Я надеюсь, что это никогда не пригодится. Димочка, отойди, пожалуйста. Гош, ты, я понимаю, что тебе очень интересно. А меня видно. Тебя тоже видно. Также там есть будильник встроенный, часы для будущих школьников. Очень важно тоже, Дим, тихонько. Уже контролировать время и сами не знать, сколько сейчас времени. Также, если я не ошибаюсь, я знаю, что у некоторых марок часов есть функция прослушивания телефона. Мне кажется, это кощунственно вообще даже такого ребенка контролировать настолько. Поэтому, честно говоря, я не знаю, здесь есть такая функция, нет, но я ею не хотела бы пользоваться. Вот. Надеюсь, что они ему понравятся и пригодятся. Стоят они, мы заказывали на китайском сайте, нам друзья помогли, стоят в пределах 2500 рублей, если я не ошибаюсь. В такой коробочке. Надеюсь, вам тоже как идея для подарка. Гошенька, ну куда ты полез? Нельзя туда лазить, Гоша! Ай-яй-яй! Гошка! А, сейчас прищемит. Дим, смотри, пожалуйста, чтобы он не прищемил. Я хочу на стол. Да, я вижу. Подожди, нам самое главное, чтобы Гошка не упал. Это пуговицы от моих джинс. Котик маленький. Вот хитрая жопка. Как ты здесь оказался? Тебе тут удобно? А маме очень страшно. Подожди, а как он оказался здесь? Это ты ему помог или нет? Или он сам? Он сам. Не вытирай ему соблю, Гош. Ты зачем сюда залез без спроса? Еще и весь такой грязнуля. Потрогай. Да, там сопли, не надо мне трогать. Выбрось это в мусор. Гош. Еще мне надо. Нельзя тебя оставлять вообще ни на секунду. Пойдем, я тебе помогу. А, еще и встаешь. Пойдем. Хитрый Гоша научился открывать эту конструкцию, нехитрую. Ну, просто так раз и все. Больше это не преграда. Это хорошо, когда он лезет вверх. Бывает, что он пытается слезть вниз. Это очень страшно. Срочно нужно переделать эту конструкцию. Давай, Гошка, спрыгивай. А то у мамы